Если у кого умрет родной ему или близкий человек, либо его постигнет другая беда, связанная с имуществом или здоровьем, то желательно прочитать следующую мольбу. «Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Аллахумма джурни фи мусибати, вахлюф ли хайран минха». Смысл: «Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. О Аллах, награди меня за мое несчастье и замени его чем-то лучшим».